На центральном ипподроме состоялся открытый чемпионат Москвы по автомобильным гонкам. Это как раз тот случай, когда водителям можно все, или почти все, ибо строгих инспекторов ГАИ заменили спортивные судьи. Предельные скорости, обгон с любой стороны. Главная цель — быть первым на финише, не нарушив, правда, спортивной этики. Однако от случайности никто не застрахован. Из 12 заездов каждый гонщик должен был стартовать в 4. Основная борьба за первенство развернулась между Иваном Астафьевым и Анатолием Козырчиковым. Они выступали на машинах под номерами 3 и 4. Решающий заезд выиграл Анатолий Козырчиков. Успеха добились гонщики Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола. Председатель Московского городского комитета ДОСААФ генерал-майор Кузнецов вручил кубок их капитану Ивану Астафьеву. Чемпионом Москвы стал Анатолий Козырчиков.